Привет, ребята, у меня на обзоре второй китаец. И это будет не просто обзор, естественно, будет жесткий тест. Но для начала давайте посмотрим, как он выглядит. Я его еще не открывал, и это очень интересно. Так, значит, на коробке был нарисован совсем другой китаец, а внутри у него камуфляжная расцветка. Упакован он, как всегда, херово. Тут есть чек, 45 евро. Инструкция на китайском. Так, но судя по параметрам, это не скопированные параметры с оригинальной JBL Extreme, а походу здесь как раз вот именно это и находится в самой колонке. Но мы это сейчас еще проверим. И проводки также имеются. Кстати, камера почему-то их передает как оранжевые, но я смотрю глазами, и они выглядят как розоватые проводки. С цветом они чуть-чуть ошиблись. Теперь посмотрим, что тут написано на коробке. Значит, внутри есть аккумулятор, USB разъем, микрофон и защита от воды. Это уже интересно. И тут они даже обещают 4 или 9 часов автономной работы. Но мне кажется, конечно, есть и какое-то вранье. Давайте разбираться в этом. Ну и вот сама колоночка, она очень легкая. Первым делом глянем на ремешок. Он немного лучше, чем в прошлом видео, но он все равно никуда не годится. Ну и первое, что бросается в глаза, то что эти петельки уже шатаются. То есть вряд ли получится долго на них поносить колонку. Значок тут у них ТГ. Сверху немного кнопки отличаются от того, что в оригинале. Пассивка маленькая, немного упругая. Заглушка совсем не похожа на оригинал. Значит, вот зарядка от micro USB, AUX. Один USB для зарядки телефонов и для карточки памяти разъем. На пассивках, кроме маленькой желтой наклеечки, нет ничего. В этом видео мы рассмотрим именно эту колонку. А в следующих видео мы еще посмотрим вот такую колоночку. И вот такую колоночку. Они чем-то напоминают JBL, но это не совсем точные копии. Но спонсор всех этих видео с этими китайскими колонками — кэшбэк сервис SmartySale. Это сервис умных покупок. Он помогает экономить ваши деньги на покупках в интернете. Ссылка будет в описании. Проходи, регистрируйся и экономь деньги уже сегодня. А мы продолжаем. Ну и первым делом, я думаю, надо включить колонку, вообще посмотреть, работает она или нет. А дальше уже будем делать что-нибудь более интересное. Ну вот, ребят, пару песен я включил. Внешне, конечно, колонка мне не очень нравится. То есть вот эти хлипкие петельки, вот это вот этот значок, он вроде металлический, но он прям на тряпку приклеен. Мне кажется, сейчас отвалится. Что касается пассивок, они реально двигаются, вы это только что видели. Не так, что прям супер, но движение есть. Бас, кстати, тоже есть. И звук он лучше, чем у прошлого китайца. То есть такую колонку даже я бы стал слушать. Конечно, не настолько крутой звук, как в оригинальной JBL Extreme. Кстати, вот она. Можно посмотреть даже размер, совпадает или нет. Но они очень похожи. Размер такой же. Единственное отличие — это вес. Вот эта вот Extreme оригинальная, она весит, ну, раза в два тяжелее, чем вот эта вот подделка. Но точной подделкой ее не назовешь, так как кнопки отличаются, пассивки отличаются. Видите, какая тут большая пассивка, а здесь она маленькая. Но то, что я видел из китайцев, пока что мне вот это вот больше всех нравится. Из тех, которые похожи на JBL. Конечно, китайцы могут и лучше, если они делают какие-то свои брендовые вещи, то есть не копируя других производителей. Но с этим мы разобрались. Я думаю, с этой колонкой мы отправимся на улицу и жестко ее протестируем. И так как заявлено то, что у нее есть защита от воды, вроде характеристики, написанные на коробке, совпадают с тем, что я увидел здесь в коробке, то я думаю, надо это проверить. Ну, сейчас вы все увидите. Погнали! Погнали!
Эй, я бегаю по хате. Я бегаю по хате. Не забывает копов, я в ответ прибавлю звука, ведь на мне бывает громко. Я бегаю по хате. Это дура сидит на шпагатзе. Я бегаю по хате. Я бегаю по хате. Я кидаю деньги, бегаю по хате. Раскупаю телек, парень, да я точно знаю, сука. Когда стать соседа? Когда стать соседа? Когда стать соседа? Ну что, ребят, мы вот только что увидели то, что эта поддельная колоночка играет громче, чем оригинальный JBL Extreme, даже если на нем установлен режим минус и Bluetooth, то есть это действительно круто. Баса на ней, конечно, немного меньше, но звук достаточно чистый, и мне даже она понравилась. Но это ее не спасет от того, что я хочу сделать жесткие тесты с ней. А именно, я возьму вот этот вот ремешок, и с помощью этого ремешка привяжу к велосипеду, и мы протащим ее по пляжу. Конечно, тут песочек не очень жестко, такой щадящий тест. Конечно, есть логичный вопрос, поедет ли велик по песочку. Ну вот сейчас как раз и увидите. Угу, готово. Давай, блядь! Сука, это пизда вообще! Она, конечно, еще работает, но почему-то она отключается от Bluetooth. Только подключаешь ее, только музыка идет, и она опять отключается. Ну вот, ребят, видите, вроде колонка хорошая, но даже сильно в воду ее как-то не ложили. И ей пришел конец. Давайте теперь для наглядности я возьму оригинальную JBL Extreme и покажу, в чем все-таки разница, да, за что мы платим такие большие деньги. Так, иди сюда. Опа! Тем же самым ремешком. Чтобы вы не сказали, типа, ремешок оригинальный, пиздатый, поэтому она выдержала. Нет, тем же самым. Сейчас мы помоем эту колоночку. Сука! Вода теплая, кстати, идет. Охуенный вид, ребят, здесь просто. Все затопило, хуям.
Вот и настал следующий день, колонки стояли всю ночь, просыхали, я их с вечера помыл еще нормальной водой из-под крана, и вот мы сейчас их попробуем включить, посмотрим, что из этого получится. Включение не происходит. Здесь вот я вижу ржавчину. Что у нас под заглушкой? А тут в принципе чисто, может, надо ее поставить на зарядку. Так, индикатор загорелся, значит, зарядка пошла. Ладно, хрен с ней, уберем ее пока. И у нас остается оригинальный JBL Extreme. Как вы думаете, включится она сейчас или нет? Давайте попробуем. И она включилась, все нормально, звук был чистый, без хрипов. Ржавчина никакая не обнаружена здесь. Что у нас под молнией? Ну, под молнией я вижу немного влага есть. Небольшие капельки. Песочки есть, кстати, вот там снизу видите. Ну, а колонка все равно работает. Вот он и ответ, за что мы платим такие большие деньги. Естественно, надо учитывать, если вы покупаете даже оригинал где-то по какой-то скидке очень дешево, там, допустим, на 2-3 тысячи дешевле, чем в каком-нибудь крупном магазине MediaMarkt или Saturn, и потом она у вас сломается из-за того, что вы ее там оставили под дождем или окунули под воду, то там проблема не в том, что JBL делает всякое говно. Если вы хотите быть уверенными в том, что ваша колонка все выдержит необходимое, то надо покупать, естественно, нормальную колонку у нормальных продавцов
в крупных магазинах. И, естественно, если вдруг даже колонка сломается, в крупном магазине, таком как MediaMarkt или Saturn, будет легче ее обменять по гарантии, чем в каком-нибудь маленьком магазинчике, где, скорее всего, просто вас пошлют нахрен. Я думаю, в одном из следующих видео, если эта колонка так и не оживет, то я ее разберу, мы посмотрим, что там внутри, какие динамики, какой аккумулятор, вообще посмотрим, была ли там защита от воды или нет. И если вам эта идея нравится, то напишите в комментариях обязательно. Ну и не забывайте также поставить большие пальцы вверх, подписаться на мой канал, нажать колокольчик и мои любимые комментарии нахуярить. И все, всем удачи и пока.